Ювелирные салоны B2B Jewelry в Украине после затяжного карантина снова открыты. Компания возобновляет выплаты для участников проекта, но есть несколько важных изменений. Что будет с подарочными сертификатами? Подарочные сертификаты на золото и серебро мы сняли с продажи, но свою ценность они сохранили. Теперь у вас есть три способа реализовать подарочный сертификат B2B Jewelry. Первый – прийти в любой салон нашей компании и отоварить подарочный сертификат. На руки вы получите желаемые ювелирные изделия с прилавка. Второй способ – вы можете приобрести новое ювелирное украшение и приложить к покупке подарочный сертификат, который вы купили еще до карантина. За это вы получите дополнительный бонус на серебряное изделие плюс 2% и 0,5% при покупке золотых изделий. На конкретном примере это выглядит так. У вас на руках сертификат номиналом 10 тысяч гривен. Вы совершаете новую покупку на 5 тысяч гривен. За это гарантированно получаете бонус в размере 4%, например, за серебряное украшение. Прилагая сертификат, вы тут же увеличиваете этот бонус на 2%, до 6. При этом сертификатов остается еще 5 тысяч, которые вы в дальнейшем также сможете использовать по любому из трех способов. И последний вариант – оставить сертификат у себя. Проект продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами. Договор между продавцом и покупателем. Еще одно нововведение. Теперь продажи производятся на основании договора между покупателем и продавцом с четкими условиями и ответственностью, которые обеспечат надлежащее выполнение продавцом взятых на себя обязательств. Когда придут бонусы? Мы возобновляем выплаты, приостановленные из-за карантина. Первыми их получат клиенты, которые приобрели сертификаты в марте, затем в феврале, следом в январе и так далее. При этом объем выплат будет увеличиваться для всех участников проекта. Куда придут деньги и как их вывести? Суммы выплат автоматически зачислятся с баланса на депозит в личном кабинете. Оттуда вы сможете вывести средства на карты и электронные кошельки. Подробнее о правилах расскажем уже совсем скоро. И последняя новость на сегодня. Реферальные бонусы остаются без изменений.